Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в Wolfenstein The New Order. Мы прибыли в тюрьму, где содержат политических заключенных. Но сейчас нам надо как-то очень аккуратно. Это понятно. Потому что вот этого товарища я точно не звали, чтобы не может. Чего? Резак этот нифига не работает. Буду двумя ножами, как Assassin's Creed. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум. Спорим, это козлин так и будет стоять и пить, и даже не обернулся. Так. Отлично. То есть вот откуда можно забежать наш... Чудо-лазер. Ай. Vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gefangenenstrafe ausgesetzt werden. Зарядились? Давайте все-таки с ножа зарежем. Блин, очередной дебил, который стоит и ничего не делает. Так, конечно, искусственный интеллект в этой игре очень слабый. То есть они догадываются обходить с фланга, но это максимум, что они делают. Это, знаете, еще в первом Far Cry было. И там, наверное, не помню, было немножко баланс. Хрен тебе. Придется так. Придется так. Главное, тревоги нет, ничего нет. А, меня кто убил. Черт. Ладно. Блин, что так долго? Значит, мораль для всей басни такова, лазерный резак — это именно резак, а не оружие. Ну, то есть, реально очень сложно пользоваться. Так. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gefangenenstrafvollzugs ausgesetzt werden. Так, тут дрянь, наверное, как-то надо нейтрализовывать. Как?
Да я не пройду, видите, я не палец лучше. Что делать? Печалька. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. А я. Надо прям по ней пролазить. Тварь, а. И вот и что с ней делать? Она прям ко мне лицом. А, то есть она типа спит? Понятно. Так, подзарядим резак. Спойлева. Так, ничего тут нет. Так. Сволотюга. Ты убираться отсюда будешь, нет? Да чёрт. Главное не попадаться под эти. Ну давай, 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 давай. Это было тупо. Блин, ну стелс в этой игре какой-то совсем упоротый. Ну это если мягко сказать. Не знаю, стелс для первоклассников, как сказать. Можно эту штуку вообще как-нибудь? А, блин, я же забыл, я ножи летать могу. Наверное, так и надо ступать. Так. Не, видя, не появляется ничего. Поэтому я думаю, что это бесполезно. Это неубиваемая штука. Так. Ага. Понятно. То есть это третий кнопка мыши делается. Окей. Будем знать. Так, сюда пройти нельзя. Беда. Так, понятно, отсюда. Ну ладно, сейчас мы что-то сходим. Что с ней делать-то? Пилить лазерным резаком, что ли? Ну, наверное. Ножиками я ее не заборю. Ладно, пробуем. А, это. И куда? Понятно.
Может, противоположный стрельба? А, вот. Да твою налево. Видимо, надо под собой, что ли, прорезать эту фигню, блин. Ненавижу я такие вот вещи, а. Соревнование на реакцию. Терпеть не могу это дело, ладно. Потому что у меня с реакцией все плохо. Все, перезвонитесь. Да. Ну... Так, и что, тварюшка-то все отцела? А почему? Ну ладно. Тоже она потеряла меня из поля зрения. Так, ладно. Тут ничего нету. Крайне ничего нужного. Так, кстати, проведем эксперимент. Ну, как и ожидалось. То есть, эта штука, она, конечно, пилит прутья, но только специальные прутья. А так оно ничего не пилит. Да, бесшумно убивать собак, это, конечно, тоже довольно редкое явление. По крайней мере, ножиком заразить. А он точно умер? Ладно, не будем... Не будем задаваться такими вопросами. Ничего не... Это был... Чего? Он нас под кроватью или что? Фашист под кроватью. Мама, у меня фашист под кроватью. Ой. Блин. Мора. Да. Странно все это. Если не сказать больше. Ладно, пойдем дальше. Стелс. Это что? Чего подзаряжать? Ведь резать-то все равно нечего, как я думал. Впрочем, зачем я это взял, я тоже не знаю, ну ладно. Взял так взял. Так. Дверка, от которой ключ убил. Склад убил. Давайте мы зарежем. Чем меньше товарищей, то лучше. Так. Здесь у нас еще одна заряжалка. Нам не нужна.
Так, что сделать нужно? Найти блок B2. Вопрос. Наверное, в какой-нибудь там тач угли надо будет проверить. Слушайте, дайте мне огнестрел уже, а? Уже, ну, на самом деле, немножко надоели такие дурацкие дуэли. Но... Так. Так, чуть-чуть подзарядить надо, наверное. Пройти нельзя. Вот это сварка. Да ё-моё. А стрелять его нельзя, сделать ничего нельзя. Ой. Давайте как-то побежим. Может быть, его надо зашибить вот этой фигней? Да нет. Против обычных солдат стелсить, это как-то, ну, не знаю. Блин, нормально не вооружены. Так, панель управления. Так, панцерхунды поблизости не видно. Так, ладно. Нажимаем. Так, ну что, будем надо пилить цепи, да? Так, а надо с них это спилить? Давайте снимем шлем, не знаю, кто это. Ну, я как-то подозревал, что это он. То есть, его держали, значит, 16 лет. О, боже. Ладно, ладно, главное не включать логику. Логика, сдохни. Сдохни, логика.
square on out of here. Kill every damn Nazi that gets in our way. Hey! Careful with that door! Ладно, окей. Здесь выход второй. Да понял я все. Понял. Здесь пролез на меня. Здесь пролез на меня. Там, наверное, можно раскрутить. Просто надо сходить по лестнице. Па-пам-па-пам. О, новый ствол. А, вот он. Так, дремник. Это че? Да успокойся, сейчас тебе хп-то и становится. Да ё-моё! Давай быстрее загружать что-то. Гранату бы сюда. Так, давайте все-таки не будем выдуряться. Понятно, всех уже убили. Слушайте, я первый его в голову убил. Ну да, а остальных насрать! Кто сейчас погиб? Да нормально. О, броники. Ты их не заметил. We have to hit these two buttons at the same time. On my mark, hit that button there. Ready? Three, two, one, mark. На что нажать-то? BJ, be ready to hit that button on my mark. Ладно. Three, two, one, mark. И. Так, отлично. Ну, и чё? Хорошо. Ну чё, нам с тобой вдвоём идти? Ну, пошли. Это дрянь.
Ну, эту штуку еще легко уничтожается, как сказал, если есть автомат. Нет, блядь. Прошу прощения. Так, ну этих я не прошибу. Спокойно. Ой. Это вот неприятный товарищ. Так, а куда он пошел-то? Даем. Блин, глухнул. Ничего. С дробовиком, товарищ. Не, не попадаю. Слишком далеко. Отлично. И? Ну все, что... Не, не все, он до сих пор сидит. Ребят, вы там лезете? Может, кстати, с двумя дробовиками пустыми. Ходить, кстати, о, граната. Всех перебью. Отлично. Так, кто там еще? Даю!
Долговато. Так, мы пойдем. На второй. Просто они, блин, они надоедают на самом деле. Потому что их очень много. Они с разных сторон наблюдают. И сложного в этом особо ничего нет. Ну вот опять же, целая бригада выстрелилась. Ну это очень муторно все. Хочется как-то все побыстрее. Быстрее. А что, отсюда она непробиваемая? Охренеть. Так, давайте еще здесь походим. Может быть, все-таки можно сначала выбить всех здесь. Хотя я подозреваю, что нельзя. Они, наверное, выходят по очереди. С одной двери, с двери, с другой двери. Кстати, что характерно, моего напарника не стреляют принципиально. И защищать его не нужно. Это прочный товарищ. Или я в него принципиально не попадаю, что вряд ли. Нет, попадаю, попадаю все. Отлично. Ну вот, видите, собственно говоря. То, о чем мы говорим. Так, ну чё, давайте, ребята. Где вы там? Кого-то я убил. Так, напарник уже там, ну, хорошо. По-моему, их в этот раз было меньше. И... Давай ты постреляй, а? Я уже пострелял. Просто меня волнует в первую очередь патроны, которые надо собирать. До свидания. Так, ну, не понял. О! Ну, другое дело. Перрон довольно неплохо теперь. Ножики, гранаты. Где наш товарищ? Он, естественно, знает, как избежать стрельбы. Будем ему доверять. Но это, естественно, я иронизирую.
свой шлем. Так, лучше все-таки перейдем на автоматы, потому что дробовики какие-то, откровенно говоря, очень слабые. По крайней мере, мне так показалось. Так. Ну блин, а чё я мне даже пострелять не смог? Тупость. Блин. Так, ну все. С тюрьмы мы сбегаем получше. Ага. И теперь нам нужно, собственно говоря, ехать на машине. Наверное, на этом будет хороший момент, чтобы серию закончить. Сейчас, наверное, будет эпическая погоня. Ну, так это или нет, вы знаете, если будете дальше смотреть видео на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.